Устами младенца, как говорится, глаголит истина. В Мозыре сотрудники МЧС, чтобы в очередной раз привлечь внимание к гибели людей на пожарах, вызванных именно курением, пригласили принять участие в акции школьников. Название мероприятия «Не прожигай свою жизнь». В рамках него подростки со всей своей детской непосредственностью убеждали пассажиров рейсового автобуса отказаться от вредной привычки. За понимание со стороны взрослых – сладкие бонусы. Давайте поиграем в игру. Проведем игру такую, что конфета против сигареты. Вы даете сигарету, а мы убьем конфету. А мы ее сломаем. Наставления ярких в прямом смысле агитаторов МЧС взрослые встречали с улыбкой. Добрые рекомендации из уст детей точно останутся в их памяти. Конфета полезнее, потому что сигарета может убить человека, если много курить. А от конфеты ничего не будет. Она тем более слаще и не убивает. Сигарета вредит и портит легкие человека. Я считаю, что конфеты лучше, они и слаще, и вкуснее. А сигарета портит легкие, вызывает болезни и многое другое. Креативное мероприятие в городском автобусе – это лишь небольшая часть полномасштабной акции Министерства по чрезвычайным ситуациям, цель которой – предупреждение пожаров и гибели людей по причине неосторожного обращения с огнем при курении. По статистике, непотушенная сигарета спровоцировала 90% всех огненных трагедий. Виктория Синицкая, Олег Фицнер, телеканал «Мозырь».